Папу в первые же дни призвали на фронт. Мама плакала. Че, мы опять остаемся одни? Он успокаивал, что я же вернулся с Финской, так что не переживай. Папу Людмила Петровна найдет через 70 лет по медальону, поднятому новосибирскими поисковиками. Он погибнет в начале войны под станцией МГА. Желтый клочок ветхой бумаги – это его первое и последнее письмо с датой 29 июня 1941 года. Людмила Петровна помнит содержание наизусть. Она вообще многое помнит. От природы хорошая память. Так как у нас семья была певческая, мы пели все. С рождения, можно сказать. И вот когда передавали по радио какие-то сводки, и в то же время сопровождали эти сводки музыкой. А музыка какая? Военные песни. Так вот мы ходили трое, маршировали по комнате и пели «Каховка, каховка» или еще там что-нибудь. В общем, нам до нас не доходило, что это такое война-то. Ну вот в августе, когда мы уже уходили из Новгорода, тут уже по полной понимание пришло, потому что самолеты нас обстреливали, мы шли с колонной, по дороге уже невозможно было идти, шли по канавам, и тут я уже поняла, что это плохо, что это страшно, и я просила: снарядик мой миленький, убей ты меня. Ну чего, мать была беременна, четвертым настроя было, четвертым беременна была. Мы по лесу это шли, двое суток добирались, с ребятишки. И вот, значит, это самое. Что, вот мне было семи не было, другой пяти не было, той трех не было. И в августе мать родила еще четвертого. И вот, значит, вот в деревне жили. В Мыселках Рая Кириллова пошла в первый класс. Помнит учительницу и немецкие леденцы из шуршащих пакетиков. Помнит, как в дом по ночам приходила мамина сестра-партизанка. Вот как война началась, молодежь вся ушла в партизаны. Молодежи почти в деревне не было. Вот с 27-го года они все в партизаны ушли. И вот, значит, стали ходить по ночам-то, придут, еды-то надо, еды, одежда, ведь что, ушли в партизаны, в чем было? Холода начались, зима началась, надо все теплое. Вот они стали ходить, партизаны, по ночам. Ну, эти самые полицаи доказывать немцам. Немцы, у нас комендатура напротив жила, была в доме нашем. И вот, значит, это самое. И решили немцы деревню нашу всю спалить, всех выгнать. И вот нас выгнали в 43-м году в Прибалтику. Вот мы приехали в Новгород, я говорю, 44-й год. И отец меня ведет по Кремлю, ну, познакомить меня с городом, уже вот в каком он состоянии теперь. Я его это мало в детстве это помню. Вот. И помню эту площадь, помню эту пожарную башню, вот это вот помню. Ну, все стерлось как-то. А вот тут он мне показывает это
Софийский собор, на бекрень вот так, это самое, колокол, не колокол, а луковица этого собора. Нет голубя, вот, и внутри все какая-то солома, навоз, оказывается, это была конюшня немецких этих лошадей. А около Софийского собора были немецкие кресты, захороненные немецкими солдатами. А если вот мы идем с площади на ту сторону, то с правой стороны отец мне показывает, ему 45 лет было тогда, он мне показывает крюки, это были виселицы. Вот. И памятник, я помню хорошо, это было очень снежно все. И вот Ярослав, это Ярослава скульптура, она из этого вот так вот, рука у него поднята, понимаете, у него была прострелена щека, вывернута вот, ну, не знаю, как она так, чем, пулька, снаряд, вот как-то вывернута вот так. Я помню, что меня это очень напугало, у него так высунута рука, и вот эта щека прострелена. Я хорошо помню, как висела кровать. Вот такая, знаете, железная кровать. И спинка зацепилась с четвертого этажа. Она висела очень много. А туда все разрушено, вот это с дома. Вот эти остатки. Вот этого кирпича обитого. И все это заросло иван-чаем. Мы там искали какую-нибудь кастрюлю, найдешь сковородку. Дом-то весь разрушился. И вот там. А потом мы, когда уже стали вот в класс 7-8, нас уже припахивали. Знаете, что мы делали? Вот 10 класс уже привезли, эти липы привезли. Вот этот парк, который сейчас бушует, ему за 70. Вот мне уже 85. Кремлевский? Да. А мы делали, что вот нас это, навезенные эти деревья, старшеклассники выкапывают ямы вот для этих лип, понимаете? А мы это держим, это деревце, и вот все утрамбовываем вот так. Потом у нас вот эти битые кирпичи, не было же ни заводов, ничего, а надо было восстанавливать. И нас вот такие субботники устраивали. Вручают какой-то молоток, эти перчатки нам дают. И вот это мы тюкаем, сбиваем старую штукатурку с этих кирпичей, понимаете? Значит, частные дома, вот нас поселили, 4 семьи в один дом, и мы там жили. А мать работала на фабрике. Батька говорил, будешь рожать, пока сына не родишь. Накануне победы его отпустили, ну, здесь, как в отпуск, на 2 недели отпустили его. Он приехал, значит, мы вот как раз это День Победы объявили, мы с ним на площадь ходили. Вот, потом поехал это самое, демобилизоваться туда. И прислали похоронку. Подорвался на мине. Он шофером же был. Да, и оставил сына, наследника. 9 февраля родился сын. Ему дали винтовку, учебную винтовку, куда, говорит, даже патрона не было некуда вставлять, только штык. А стрелять она не могла. Но ему ли одному такую винтовку дали, или раздали всем, наверное, оружия не хватало, потому что он когда сказал командиру, куда же, говорит, вот махнули, вот там, говорит, ты возьмешь, пойдешь вот так вот. А тебе, говорит, там вообще-то патроны не понадобятся, вот штыком работай. И они пошли, ну вот так вот там, бежали долго, там, ура, с этой винтовкой с деревянной. Штыком поработать в ту атаку рядовому Алексею Зайцеву не пришлось. Неподалеку взорвался снаряд, он потерял сознание и упал на землю. Когда, говорит, очнулся, уже темнеет.
где что, где-то там один солдат вдалеке тоже меня боится, бегает. Ну, я, говорит, смотрю, у меня нога там, у него нога, видать, осколочное ранение было, оно так и есть в его военной книжке, ранение в голень. Он что-то там перебинтовал и пошел к своим назад. Шел, шел, говорит, слышу, русская речь где-то там за лесом, а вышел, а там немецкий отряд из эстонцев, они говорили по-русски, его и, значит, взяли в плен. Такие же, говорит, ребята молодые, лет тоже по 20. Он еще говорит, он мне прямо рассказал, говорит, я им говорю, ребята, отпустите меня тут, мои недалеко, я дойду, я же вам как бы ничего. Они говорят, мы сейчас тебя немцам сдадим, и мы получим отпуск домой. И вот его отвели. И расположили где-то там, недалеко от фронта, военный лагерь был. Но лагерь уже был такой, как бы не просто какой-то временный, потому что он сказал, вот в этом лагере он как раз увидел, что вот эти печи, куда людей водят и где они сжигают их. Отец почти не рассказывал о войне. Первая атака и сразу плен. Что может рассказать мужчина о концлагере мальчику-сыну? Что это каждодневный страх, унижение и стыд? Об этом неловко. Разве что чуть героического. Было у него две попытки побега. Первая на Западной Украине. Там из лагеря была какая-то выгребная яма, и помои вытекали. И тут даже, говорит, немецкие собаки и близко не подбегали. И он ночью там как-то вышел из барака и в эту яму в грязную, и пополз. Одну, говорит, линию этих колючей проволоки прошел, и во что-то уткнулся, говорит. Глаза поднял, а там немецкий офицер стоит. Тоже, говорит, молодой такой, лет 20. Вставай, ну там по-немецки, штетау, сказал. Я, говорит, встал, и он у меня, говорит, ударил, очень сильно ударил. И, говорит, иди назад. Но огласку не стал давать там никому, то есть в барак. Единственное, что, как, говорит, на территории встречал, он все время, говорит, его избивал. Вторая попытка побега была на марше. Вместе с фронтом немцы перегоняли работоспособных пленных на запад. И так получилось, что колонна растянулась. И был поворот. И одни собаки, охранники с одной стороны, а другие с другой, и не видно было. И я, говорит, вот на этом повороте в кусты юркнул. И там пролежал до ночи, там, пока колонна далеко ушла. Это уже была территория Германии. А когда, видать, там не остановилась эта колонна, стали считать, а он там, видать, не один за эту дорогу убежал. И стали их искать. А он как раз где-то вышел, говорит, на поле, и смотрю, на мотоциклах подъехали, собак отпустили. Его собаки и нашли, вот у него прям укусы от собак, вот на теле так всю жизнь на ней были. А немцы, говорит, сидят на мотоцикле и курят, а две собаки его трепали. Ну, потом его подняли, повели, и там их, ну, не скажу сколько, вот кто пытался убежать, их... Дали им лопаты, заставили яму вырыть и поставили у края этой ямы. Ну и стали расстреливать. Он говорит, я буквально, говорит, за секунду упал до этого выстрела. Ну и потом слышу выстрелы, там все. Добивать, говорит, не добивали. Там слышал стоны, все это. Просто землей засыпали и ушли. И он там тоже опять до ночи пролежал в этой яме. Кое-как выкарабкался. Через месяц пережившего расстрел рядового Алексея Зайцева нашла мобилизационная группа. Она искала новобранцев в армию вермахта, а обнаружила беглого пленного красноармейца. После этого отец Владимир Алексеевич оказался в Бухенвальде. За год до освобождения американцами в этом лагере погибло почти 14 тысяч узников. Рядовой Зайцев выжил и служил до демобилизации 1947 года. Боевых наград Алексей Абрамович не получал. В памяти войне у него было одно благодарственное письмо, шрамы от лагерных собак и две похоронки. Одна после первой атаки в 43-м, вторая от мая 45-го. Под Берлином его перепутали с однофамильцем. Ну это, конечно, надо вот всем нам понимать, что война это надо как можно нечеловечески, это бесчеловечное как бы... То, что люди творят, войны не допускать нельзя. Вот я это точно понял.